Итак, сегодня день встреч с нашими клиентами. Какой целью вы сегодня собрались? Дізнатися про нові поїздки, ще більше про стадію UA, дізнатися про освіту за кордоном, ну і про Academic Start. Як ви провели це літо з компанією Stadio UA? Ми їздили в Іспанію, ми були 2 тижні, вчили англійську. Куди ви їздили? Ми їздили в Малагу, юг Іспанії, возле моря. Практично кожен день ми були у морі. Також ми вчили англійський. І дуже класно те, що хоча ми вчили англійський, ми ще вчили якісь слова на іспанському. Una botella de agua, por favor. Це перша поїздка Stadio в Іспанію. І це дійсно дуже класно, тому що я хотіла поїхати саме в Іспанію. Не знаю испанского, и когда была такая действительно классная возможность, то я очень сильно обрадовалась, и еще хотелось очень поблагодарить Олю, потому что она очень много сделала, чтобы наш отдых был просто замечательным. Какие новые направления групповых поездок открывает компания Stadio UA? Stadio UA не сидит на месте, и нас ждет прекрасная осень, потому что осенью мы собираемся поехать в Шотландию и на Кипр. Зима вообще просто супер, потому что мы едем в Лос-Анджелес и едем в Торонто. Ребят, мы вас очень ждем в наших групповых поездках. Приходите, пожалуйста, регистрируйтесь, будет круто. В сентябре этого года в Stadio Academy открылись 3 новые программы изучения английского языка. Star Kids для детей от 6 лет, Star Teens для подростков от 13 лет и Intensive English для взрослых. Сегодня пришли действительно уже для подписания договора на программу, годовую программу 9 класса, поставить следующий шаг на этот курс учебный. Этой осенью открывается новая смена британского лагеря Stadio UA под Киевом. С ними будут преподаватели из Англии, Канады, США, а также мастера шоу-бизнеса, прикладного искусства, то есть будет направление видеомейкинг, фотоарт, мюзик-продакшн и много другого интересного. Приглашаем детей от 7 до 17 лет этой осенью в британский лагерь Stadio UA. Как ты провела это лето с компанией Stadio UA? Я была в британском лагере. Мне очень сильно понравилось. Там было очень много всяких конкурсов. Мы каждый день ходили на разные кружки. Я реально выучила английский. Там у нас были преподаватели из Канады, США, Великобритании. С нами даже вожатые разговаривали на английском, чтобы мы его хорошо выучили. София, расскажи, пожалуйста, о компании Stadio UA, как ты провела это лето? Этим летом я брала участие в American Summer, мне очень понравилось. Я подняла свой уровень английского достаточно хорошо. Это было весело и интересно. Я хочу обучаться в Канаде. А что это у тебя Оксфорд на футболке, Оксфорд Юниверсити? Как же так? Ну, может быть, в другой жизни.